планируем воспитывать патриотов. Потому что на сегодняшний день задача по воспитанию подрастающего поколения патриотами, наверное, является одной из основных. И детство, юность – это то время, в которое молодежь должна обретать такую черту, как любовь к своей родине. Родина у нас одна, потерять ее нельзя, поэтому на сегодняшний день мы должны работать в этом направлении как можно эффективнее. И будем пытаться привлекать все больше и больше количества учеников школ, проводить занятия по предметам, таким как военно-топография, огневая подготовка, изучать оружие, состоящее на вооружении Вооруженных сил Республики Беларусь, прививать простейшие человеческие качества, которые пригодятся ребятам в жизни. Такие как любовь к родителям, любовь к своей стране, ответственное отношение к символам государственным. Поэтому будем помогать нашим детям сохранить себя и вырасти достойными гражданами страны и, соответственно, стать достойными защитниками своего отечества.